слушаешь историю и думаешь, никак не может быть. Но я четверть века участковым отгорбатился. На сиськах шрам от портупеи. И я вам ответственно заявляю, все может быть. И то, чего не может быть, чаще другого случается. Что за живого, что за мертвого, одна награда. Землю топтать будет, или мы с тобой все-таки до пенсии дотянем, а? А хрен его знает, Андрей Петрович. Больно шустрый он. Да и потом на участке у меня, что сплошные охотничьи угодья. А соловей-то в лесу он, что звери на воле. Но ты этих егерей, лесников привлекал? Боюсь, как бы он сам их уже не привлек. Любят они его. За что его любить? А за что русские люди любят? За удаль? Ты любишь? А мне, Андрей Петрович, по уставу только жену да родину любить полагается. Бесплатно и то, и другое. Свободен. Пора ноги виндеть, Андрюх, пока хвостик не вылез. Товарищ генерал, почему позволяете ему так с вами разговаривать? Много причин, майор, не поймешь. Я под его началом еще опером бегал. Пока его ранение не перевели. Ладно, давай машине. Я так понимаю, там наш обнал был? Наш? 100 000. Очень плохо. Долларов? Евро. Как Соловей про машину узнал? Да никак. Он в то время все машины на трассе грабил. Вот наши напоролись. А другой дороги не было. А кто его знал-то? Мы все время так возим. В общем, собрали спецгруппу. Будем с личностью преступника знакомить. Спецгруппа — это хорошо. 100 000. Твою мать. Робин Гуд хренов. Чего им надо-то здесь, Оня? Деньги потеряли. Соловей отобрал.
И много денег? Раз приехали, значит, много. Работать, так сказать, не совсем обычный преступник. Севастьян Григорьевич Соловьев, по кличке Сева Соловей. 1965 года рождения, потомственный разбойник. Его дедушка Лев Никодимович Соловьев, 1865 года рождения, грабил продовольственные эшелоны еще при временном правительстве. Погиб Лев Никодимович во время кронштадтских волнений. Матросы, меньшевики штыками закололи. Его отец Григорий Львович Соловьев, 1917 года рождения, возглавлял самую крупную преступную группировку под Тамбовом. Убит в перестрелке с органами правопорядка в 1974 году. Ну и, наконец, наш клиент. Соловьев Севастьян Григорьевич работал в крупной финансово-инвестиционной компании вплоть до 2009 года. Господин Соловьев ничем особо выдающимся себя не проявил. Однако 22 июля без каких-либо известных нам причин убил своего непосредственного руководителя, перевел при преступном посредничестве главного бухгалтера все деньги компании на одному ему известный счет в Швейцарии и исчез в пригородных лесах юго-восточного направления. В сложившейся финансовой ситуации прежде всего вы должны направить все усилия для пользы нашей компании. Вы обязаны использовать все плюсы назревающего кризиса и избежать минусов. Мы волки-оборотни. Кстати сказать, сегодня полнолуние. Вгрыземся в глотки нашим конкурентам и сделаем то, ради чего появились на этот свет. Понятно, придурки? Хорошо ты все сказал. Только вот последний абзац. Напрасно. Ты имеешь в виду то, что касается придурков? Я имею в виду призвание. Вот какое у тебя призвание? Настоящее призвание. Я его за язык не тянул. Вся информация у него в компьютере. А ты ведь как вице-президент. Имеешь право подписи? Имею. Ну, здравствуй, настоящая жизнь. Какие запахи? Вместе с бывшим главным бухгалтером финансово-инвестиционной компании Александром Володарским, 1967 года рождения, по кличке Дебет, Соловей, несмотря на имеющийся у преступников капитал, отнюдь не стремился, по примеру себе подобных, скрыться за рубежом и вкусить, так сказать, всех преимуществ жизни в достатке. Значительную часть средств они пустили на приобретение необходимого для их рода деятельности оборудования. Как я скучал по тебе, веселая железяка! Зачем вам столько взрывчатки и оружия? Чтобы грабить и убивать. А вас что-то смущает? Да нет. Их для того и свинтили. А кого убивать? Кого душа моя мятежная захочет. Но сначала дураков и предателей. А это зачем? Ты же сам сказал. Дураков и предателей. А ты что, серьезно хотел ему заплатить? Да, Дебет. Оружие это не твое. Ты слишком с ним красивый. И уладил бы ты свои семейные рефлексии. Позвони дочке, наконец.
течение последующих нескольких дней Соловей совершил еще ряд убийств без какой-либо логической связи между ними. Им был зарезан руководитель ахтынской преступной группировки, вор в законе, Поля Грек. А европейцы, европейцы. Все прыгаются в кашу. И фарсы. Скажите, а почему у вас зубы золотые? Потому что золотые зубы – это круто, фрейрок. И потому что золотые зубы имеют все... Кто имеет всех? Хорошо сказал сейчас, да? Лучше не скажешь. Вы поэт. Да, поэт. Я поэт. И это поэзия при моем авторитете. Авторитетно важна. Вон, как мои золотые зубы, понимаешь? Как мои болты, как мое кожаное пальто с наградными стволами. Ну и как мое авторитетное погонялово. Ну че, фрейрок, что-нибудь еще спрашивать станешь? У тебя какой размер? Хотите у меня о чем-то поинтересоваться? Полицию через сколько вызывать? Минут через 10. Теперь немного о других подельниках Соловья. Игнатий Николаевич Кривенко, 1964 года рождения. В прошлом кузнец-передовик. Ныне сподвижник Соловья молод. Органам правопорядка стал известен после того, как расплющил своей кувалдой заводскую администрацию, директора завода, главного инженера и начальника охраны. Злодей-пролетарий, таким образом, выразил свой протест. Его уволили по сокращению штатов. Бесконечно колоритный персонаж. Есть в нем что-то настоящее и извечно посконное. Похож, а вы водки с соленым огурцом не хотите? Нет, не хочу. А чего хотите? Не знаю. Я в полицию иду с повинной сдаваться. Бесконечно уважаю ваше решение, но, может быть, вы для начала вступите в нашу банду? Тоже на добровольной основе. А чего делать будем? Грабежи, насилие, убийства. Я вам молоток с карбоновой ручкой куплю. Да насрать, мне этот нравится. Мне тоже бесконечно импонирует ваш молоток. Батя на кувалда. Сеструхи хотели в гроб положить, я не дал. Вещь должна работать. Невероятно сентиментально. А что насчет банды? Да насрать. Что полиция, что банда... Все равно с работы уволили. Тогда полезайте в кузов, только осторожнее, там много хрупких предметов. А куда едем? А вы сами, что бы на это ответили? Насрать. Вот, вы даже дорогу знаете. Последней к банде примкнула Изабелла Юрьевна Папаяни, 1975 года рождения. В прошлом оперная певица, кличка Прима. Если быть точным, примкнула Изабелла Юрьевна не по своей воле. Господа, представление уже началось, пожалуйста, дождитесь утра. E se perir dovessi, Господа, это ограбление, не
стоит волноваться, здание заминировано. С учетом возраста здания, гарантирую тем, кто не погибнет от взрыва, удушья от пыли. Вот такой у вас драматический путь в искусстве нарисовался. Итак, любое несогласие означает смерть или того хуже. Хотя, с другой стороны, что может быть хуже? Пусти! Да что? Пусти, говорит, твою мать! Пусти! Мадам, я вам чрезвычайно симпатизирую. Пойдемте вместе со мной по жизни. Ну и замужем. Уже нет. Начинайте плакать. За каждую слезинку по бриллианту. По дороге сюда я ограбил ювелирный салон. Тогда я лучше сразу пописаю. Скорее всего, Изабелла Юрьевна этого не говорила. Но легенда есть легенда. Так или иначе, Изабелла Юрьевна примкнула к банде Соловья-разбойника и проявила себя как талантливый и жестокий преступник. Я, кажется, забыла сказать. Руки вверх. Таким образом, перед нами совершенно новый образец давно и незаслуженно забытого типа русского человека-разбойника. Главный герой того самого бунта, бессмысленного и беспощадного. И главный, основополагающий концепт его стратегической установки – ноль стратегии. Ничего, что написано в учебниках. Генерал Андрей Петрович Серенатов. Это наш помощник из родственной структуры. Кстати, как вас зовут? Это не важно. Ну, не важно, так не важно. Лишь бы результат был. А хоть звание... Это тоже не важно. Для удобства можете называть меня Н7. Нам, собственно, все равно, как называть. Лишь бы... Результат был. Совершенно верно. Будет. Расскажите про объект. Упрощать не надо. Докладывайте, что знаете. Упрощать не буду. Директор крупного строительного холдинга, где работал объект, серьезно проворовался. И решил все свалить на главного бухгалтера холдинга и своего заместителя. Смотри, куда идешь! Для этого он нанял через начальника службы охраны холдинга наемного убийцу, безработного гражданина Кривенко. Однако директор не учел тот факт, что начальник охраны приходился Шуриным, главному бухгалтеру. Директор об этом просто не знал. Сева, это конец, мы пропали. Слушай, у меня через 20 минут тренировка. Быстро и просто рассказывай. Нас заказали, реально заказали. Паша уже нанял киллера. На нас спишут недостачу. Ты откуда знаешь? Мне Шурин сказал. Он для Паши и нанял киллера. Жестокого человека. 120 килограммов веса. Он дал ему ружье, 4 патрона и $300. Когда? 40 минут назад. Как зовут этого жестокого человека? Не знаю. Я знаю, что он должен быть в ресторане «Кантина». Тогда поехали. Куда? Облегчим жестокому человеку с 4 патронами задачу. Или ты хочешь, чтобы он нажал там вина и приехал с этими патронами к тебе на дом? Где ты? Чушь какая-то. Почему на служебном совещании своим сотрудникам вы предлагаете совершенно другую версию? Какие-то предки-разбойники? К чему все это вранье? Ну почему же вранье? Я предлагаю своим сотрудникам именно ту версию, которая, по мнению наших аналитиков, сделает их работу более осмысленной. Вообще, версий много. Около 300. Есть бытовые, есть мистические, есть научно-фантастические. Вам я предложил среднестатистическую. В цвет костюма, так сказать. Ну, у вас же серый костюм. Thank you.
вас свободна? Не знаю. Милицию уже вызвали. Не думаю. Во-первых, если человек спокойно с ружьем приходит в ресторан, у него на то должны быть веские основания. Во-вторых, здесь полно в округе театров. И могли подумать, что во время антракта перекусить забежал. Виски. Че? Потолок больный. Не стоит. Береги свои 4 патрона. Точно, 4. А ты откуда знаешь? Так 2 на меня выдали. Хороший ты мужик. Бахнешь перед смертью? С обычными преступниками не пьем. О как. Так я не обычный. Я кузнец. Ну, если кузнец, бахну. О, жизнь пошла. Убийца по улицам ползает. Полиции днем с огнем не найдешь, а? Ну что, за нас? Пусть земля тебе будет пухом. Ничего не перепутал. Ugh!
хотите сказать, они перекупили его за $10? Совершенно верно. А скажи, друг мой любезный, ты действительно полицию ждал? Надеялся. Вы сами приперлись. А ты стрелять-то умеешь? Обижаешь. У меня дядька егерь. Не в детстве над кроваткой, а вместо погремушек гильзы вешал. Да и потом ведь картечь. Вместо прицела компас привинчивать можно. Замечательное знание вопроса. Я это... деньги за вас взял. Он ему отдай, он бухгалтер. И еще меня с работы выгнали. Так мы ж тебе работу и предлагаем. Убийцей? Хуже. Гораздо хуже. Но зарплата выше, премиальная, отпуск летом. Баб, детей и стариков убивать не буду. Ай, не надо. Не пригодится. Директор идет растратчик. Шурин начальник охраны. Нанимает киллера. Киллера перекупили. Так не бывает. Ну, предложите ваш вариант. Лишь бы результат был. Будет. Что, по вашим сведениям, было дальше? Дальше они втроем отправились в загородный дом директора и расправились с ним. Ты меня заворожил, танец бабушки бомжат. Ее движения прикусили, она танцует не спеша. Вы только прислушайтесь, какие запахи. Ничего особенного. Траву где-то жгли. Это тебе ничего особенного, а мне 7 раз на соревнованиях нос сломали. Я всю жизнь жил по закону 3G. Не обаял ничего, кроме газ, говно и Гуччи. Даже когда курить бросил. Стоять! Я тебе сейчас покажу художественные принципы шапоку постоят. Кто бы сел? Витька! Кто приказал? Нет больше Витьки. Свел счеты с жизнью. Совесть замучила. У Витьки совесть. А Валерика? А у Валерика тоже совесть была. Ты зачем нас убить хотел? Александр Ильич, что за ерунду вы несете? Что вы вообще имеете? А я имею в виду вот этого вот товарища, которого твой начальник охраны, а по совместительству мой Шурин, нанял, чтобы нас убить! Бред, сучий бред. Меня подставили. Шурин не мог. У него воображения нету! Давай на чистоту. Заказал паршивец? Ребята, ну поймите меня правильно. Однако, мадам, вы ему теменную кость проломили. Разговор не получится. Но он меня изнасиловал, ну, в смысле, пытался. Но при вашей красоте это вполне объяснимо. Подождите, я оперная певица. Он просто позвал меня петь. Пить? Петь. Неужели так сложно допустить, что если женщина приходит к мужчине в дом, то совершенно не обязательно ее отношения сводятся к постели? Позвал в загородный домик петь. Ну а что, ко мне одна девка ходила в трубу смотреть. В какую трубу? Подзорную. Я тогда на последнем этаже жил, она приходила, звезды считала. Бред какой-то! Вы понимаете, что здесь 3 трупа и довольно деликатная ситуация складывается. Нас всех в тюрьму посадят, где некоторых без всяких песен изнасилуют. Не знаю, как ты... А я себя чувствую превосходно. Но ничего не поделаешь. Так звезды легли. Почему обязательно в тюрьму? Мне лично совершенно не хочется в тюрьму. Нет, ну все через жопу, а? За границу надо бежать. Я не хочу за границу. За границей скучно. А я к дядьке.
Федеральный кордон уйду. К егерю. Пожалуйста, возьмите меня куда-нибудь за границу. Или к егерю. Дядь хороший. Хороший. Старый только глухой, но егерь отличный. Поедешь к егерю? Я к егерю. А что я там делать буду? Деньги считать. Какие деньги? Награбленные, много денег. Не, Сев, не поеду я к егерю. Я за границу, мне это как-то, знаешь, поспокойнее. Дочке позвони. Я же сказал, пожалеет. Что делать будем? Ну как чего? Выручать подельщика. Мадам, а вы стрелять-то умеете? Попробую. Господа офицеры, выбор у вас ничтожный. Либо руки вверх, либо панихида по месту жительства. Нас больше, терять нам нечего. Убедительно. Кто ж ты такой убедительный? Я разбойник. Просто разбойник. Сука! Из чего вас делают? А дальше? Ну что дальше? Дальше они исчезли. Потом начались грабежи. С таким количеством взрывчатки дебета надо было на Аль-Каиду засаду устраивать. Он романтик. Да сколько же он там сидеть будет? Деньги-то собирать будем? Гарю провоняет. Это хорошо. А деньги я один буду собирать, а? Мне всегда нравился ваш запах. К слову сказать, Изабелла Юрьевна, столько лет мы с вами шагаем вместе по жизни. Как порядочный человек, я обязан предложить вам интим. Да ну. Оставьте, Себастьян Григорьевич. Интим мне и так хватает. Почему же не можно все идти по плану, а? К тому же, религиозные убеждения ведь позволяют. У вас религиозные убеждения? Да, у меня религиозные. А что тут такого? Да нет. Я просто поражаюсь широте ваших интересов. Хрен с ним, он-то сгорит. Но ведь с ним деньги сгорят. Да ладно. Все равно спасибо, Себастьян Григорьевич. Так сказать, за предложение. Вы прямо... Они хоть настоящие. Шиллеровский романтик. Ботинки за 900 фунтов, сука, стерлингов! Да что за страна, а? Молодец-то какой, до последнего просидел. Вот все бы так работали. И это все? На данный момент все. Исчерпывающая информация. Надеюсь, хоть фотографии у вас есть? А как же? Сам принес. Как это сам принес? Мы объявление по городу развесили о розыске с его фотографией. Она ему не понравилась. Вот он новый сделал и принес из фотоателье. Куда принес? В участок. По старому месту прописки. Арестовать не пробовали? Пробовали, но не получилось. Он заодно всю оружейку обчистил, 20 автоматов. И автограф дежурному дал, тот сам попросил. Все. С остальным сам разберусь. У вас есть свидетели по какому-нибудь особо шумному делу Соловья? Да полно. Все больницы и тюрьмы забиты. Но с двумя из них вам нужно в первую очередь познакомиться. Слышал.
Слушай, а того, которого вот перед этим присылали, как звали, не помнишь? А, тоже как ты. Не по-людски. Зачем они такие имена берут? Для конспирации. Электроники чертовы. Я вот не пойму, что им потом на могильном камне пишут, а? Вот заодно и посмотрим. Слушай, а по выходным-то в Клюеве монастырь работает? Монастырь не собес, там выходные самая работа. А как ту главную монашку звали, которая в меня картошкой кидалась? Игуменью? Мать Устинья. Добрая женщина. Хирургом работала. Мы же вам заплатили за 5 месяцев вперед. Ну что непонятного? Ну не помните, записывайте. Так, теперь по поводу процентов, которые я высчитал. Последний раз попытаюсь объяснить. Мы договаривались в долларах, а платить вы просите в рублях. Доллар стоил 30 рублей, а теперь стоит 28,50. Это 1,5 рубля разницы, то есть 5%. Неужели мадам Папаяния вас к религии склоняет? Так ты знал? Все знают. Изабелла Юрьевна туда даже гарнитур свой бриллиантовый отнесла. Правда, под чужим именем. Иначе мать Устинья не взяла бы. Чего это не взяла бы? Есть причина. Изабелла Юрьевна мне говорила. Правда, я ничего не понял. Понимаете? Поэтому я и высчитываю 950 рублей. Вы понимаете, что я говорю? Мы ж не в Америке, сынок. Надо жить по-христиански. Севастьян Григорьевич, пойдемте. Посмотрите на свой аппарат. Вы же изволили на мотоцикле злодействовать. Изволил. Сейчас в Европе это модно. Вообще, двухколесный я боюсь. Меня как-то в детстве папа в чешский лунопарк взял. Так я с колеса обозрения на асфальт выпал. С тех пор у меня с вестибулярным аппаратом не лады. Если бы я хотел иметь домик в деревне, я поехал бы к маме в Саратов. Сева, какого хрена мы связались с этой арендой? Если ты хочешь стать первым парнем на деревне, то это без меня. Поправьте меня! Это ж не Шанель! Это навоз. Акклиматизация. Знакомиться не будем. Не пригодится. Перейдем сразу к делу. Что вы можете сказать про устранение гражданином Соловьевым гражданина Прохорова, в банде которого вы состояли много лет? Ну, что тут скажешь, сынок? Пришел Соловей на сходку и порешил Прохора из Маузера. Задуршлатил в паклю. Просто взял и пришел? Сынок, Соловей не Гуля. Крыльев не имеет. Разве ваши сходки не охраняются? Куда охрана смотрела? Сынок, да какая охрана против Соловья? Прекратите называть меня сынок. Какой я вам сынок? Изъясняйтесь внятно и по делу. Хорошо, племяш. Дело было так.
вором в законе был. Это говно, а не логика. Вот логика. Сидите вы передо мной, авторитетные, вооруженные до зубов люди, и смерти боитесь. А я один перед вами. И выжить у меня только один шанс из тысячи. Разве после этого я не достоин уважения? Продолжаем размышлять. Пока вы до своих пухлок долезете, я двоих из вас уже застрелю и бомбу грохну. Но на этом тоже геморрой не закончится. Потому что те, кто выживут, друг другу глотки перегрызут за право быть первым. Кто вы, болты или тузики? А мой вариант такой. Все остается по-старому. Только за главного буду я. Это конституционная монархия в отдельно взятой банке. Никому не обидно. Делешь поровну, возможность роста. И вот еще. Стены-то здесь бетонные. Так что мой брат Рикошет уменьшит ваши шансы вдвое. Небось, прапор место для сходки выбирал. Что вы боялись, на вас атомную бомбу скинут? Слышь, Каян, а ты в натуре прапором из армии уволился? Братва, я что-то не догоняю реально. Ты что против прапора, что ты имеешь? О, я еще жив, они уже ссориться начали. Понял я, братишка, ты в короли метишь? А тебе-то что? Ты старый, тебя не выберут. А в моем варианте ты вдоль и на равных. Братки, а все ведь правильно выходит. Под соловьем ходить не впадло. Мы при своих остаемся. Я за. А нас сколько, кстати? А нас как раз семеро, как в масть легло. Чего тебе, болезный? К свету божьему рвешься? Или собак спустить? Давай. Старая пепельница, зови игуменью. Скажи, Севастьян Григорьевич Соловьев в духовном совете нуждается. Кем пожаловал? Мультик Золотозубый. Вот какая проблема у меня возникла, мать игуменья. Подельщица-то моя, Изабелла Юрьевна, как выясняется, имеет какие-то религиозные убеждения. Что же мне с этим делать? Я ума не приложу. Знаю ее, баба хорошая, только путанная. Но спасению подлежит. В монастырь ей надо. Дело почетное. Так скажите ей. Сто раз говорила, не хочет пока. Говорит, куда ж я Севастьяна Григорьевича-то одного оставлю? Он сухомяткой желудок может испортить. Ну и что же мне делать? Голову помой да причешись, не пионер уже. Поздно уже стайл менять. Ой, не смеши меня. Никогда ничего не поздно. Боишься, так скажи. Я боюсь? Ну не я же.
Чё ты закурил-то? Чё? Я уже 3 года курю, когда настроение есть. Теперь что ли настроение? Ну да. Дружить я с тобой хочу. Вон как, Санька с Машкой дружит. А Санька Машке плеер подарил. А я тебе 10 плееров подарю, когда мы с Соловьем фуру с плеерами бабахнем. Не, Соловей курящих в банду не берет. Помнишь, он тете Гале, продавщице из магазина у рынка, 2 пальца отрезал за то, что она школьникам сигареты продавала? Нет, правильно. Баловство все это. У курящих при стрельбе руки трясутся. Вот пойдешь на банк, охрана навалит, ты по пуле в башку каждому, а одному промахнешься, потому что рука трясанется. И он тебе из помпы в живот. Говорят, Соловей сам из-за этого курить бросил. Ты такой умный. Спасибо, что сегодня списать дал. Могла бы пару схлопотать, и в клубный праздник не пустили бы. Севастьян Григорьевич, говновозку грубанули, али живодерню? Знакомьтесь, Зиночка. Умная и беспощадная. Ой, какая прелесть. Я билеты купил. Париж. Вылет ровно через неделю. Кто со мной, милости прошу. Слушай, я там в поле на трубы напоролся, да звезд в глазах. Какие трубы? Да я вот у тебя хотел спросить, по всему полю трубы понатыканы. А, поле? Это чтобы поливать. Чайку? Засуху для урожая. И чего, поливают? Да нет, сейчас редко. Плохо, чаще надо поливать. Откуда вода идет? Из насосной, за трансформаторной будкой возле водокачки. А мы что, собираемся что-нибудь выращивать? А давайте свеклу выращивать. Из нее борщ варить можно. Угу. Изабелла Юрьевна, а вы хотите из свеклы борщи варить? Нет, какие борщи, какая свекла. На завтра в клубе репетиция. Кормим колхозников. В наличии в нашей банде вас, любезная Изабелла Юрьевна, невольно меня роднит с Ахиллесом. Но слова я выучил. Во сколько у нас репетиция? 6 часов у них собрали. А в 7 часов приезжает ваш вот этот режиссер, которому вы уже задаток дали. Да, хороший режиссер. Говорит, не верю. Я с ним абсолютно согласен. Севастьян Григорьевич, ну это же абсолютно не повод менять весь репертуар. Вы маленькому принцу лобковую кость прострелили? Угу. Ничего, не нужно бояться ничего нового и неизвестного. Тем более, что маленький принц уже 10 лет как в климаксе находился. А теперь его играет перспективная, одаренная гражданка лет 30. Какой к черту маленький принц. Кстати, и Карлсон, который живет на крыше, мне тоже не люб. У него, очевидно, проблемы с простатой. Как самочувствие? Я застрахован. Вы меня не поняли. Я здоровьем интересуюсь. Здоровье? Тысячно 27 евро. Меньше. Вы что, из драгметаллов? Я из игорного дома мадам Сюси. Об этом рекомендую сообщить дежурному венерологу. Сейчас меня интересуют ваши контакты с подозреваемым. С каким именно? Их что, много было? Жил 50. Таким образом становится совершенно очевидно, что ваше перемещение с занимаемой территории, некоторыми грубо именуемое выселением, вопрос, давно решенный на самом высоком уровне. И теперь только от нас с вами, дорогие мои, зависит повышение рентабельности всего, так сказать, мероприятия. Где же нам жить? Как где, дедушка? В новых, комфортабельных, светлых особняках,
купленных на средства, полученные от этой выгодной сделки. Но тысячу! А почему нет? Да если хотите знать, на эту тысячу в некотором отдалении от вашей губернии дворец можно построить. Какого отдаления? На некотором. В километрах 800-900. Природа та же. Страна та же. Мужики, надо ему морду дать. Совершенно верно, господа аграрии, и не только морду. Я, конечно, человек от земли бесконечно далекий, но у меня друг экономист. Он посчитал. Учитывая обстоятельства, земля в вашем районе стоит около 3000 долларов за сотку. Это без строения. Но со строением, естественно, гораздо дороже. Я так и знал! Ничего личного. По мне, что чиновников, что казино грабить, не принципиально. Но перед людьми неудобно, потому что все знают, что от 25 по 72 километр граблю только я. А тут ты нарисовался со своими нелепостями, неувязочка. Так что вы предлагали? Господа аграрии, на члена вредительства у вас 10 минут, а потом репетиция. Режиссер уже приехал, режиссер нервный. Не посильнее! Зачем нам вообще вся эта суета с колхозниками? Это не суета. Это органичное существование в пригодной для обитания среде. На Багамах среда куда пригоднее. Не скажи. Для русского человека жизнь на Багамах — это как секс по телефону. Воли нет. Да и потом, зачем мы столько кровушки пролили, чтобы в старости порошковые супы жрать? Живем ли мы до старости, Сев? День колхозника на носу. Вот жопа-то. Ну, это разве жопа? Жопа у нас с тобой, майор, впереди. В деревню Клюево казино из Москвы переводить собираются. В соседней деревне казино уже открыли. Теперь их очередь настала. Так это хорошо. Больше казино, больше денег. В чем проблема-то? В Соловье проблема. Он, видите ли, недоволен предложенными ценами на землю. А его какое дело? Ну, мужика с земли попрут. Он жалуется, кому пойдет? Соловью. А он на лавочку все и прикрывает. Все равно не понимаю, в чем проблема-то? Да проблема в том, майор, что про Соловья скоро народные песни слагать начнут. Слыхал, из-за острова на стрежень и на простор речной волны. Хрен с ним, Соловьем. Этот, ну, цифрами который, не объявлялся? Звонил. Говорит, их управление свое расследование завело. Вот это хорошо. Пусть про них дурные куплеты сочиняют. Может, поскорее убьют. Не успеют. Мы уже засаду поставили. Сегодня хлопнем. Кого? Ну, Соловья. Была наводка. Отозвать нельзя? Ну, никак нельзя. У нас режим радиомолчания для конспирации. Сколько человек участвует в операции? 6. Пиши наградные листы. Ну. Ну, а вдруг не получится? Сами знаете, бывают срывы. У Соловья срывов не бывает. Пиши приказы. Посмертно, на всех 6. Давай, беги. Сегодня пятница. День короткий, все дела до 5. Иди, иди.
мать? Наши, монастырские. Где взял? Да я тут мимо одного антикварного салона проезжал. Изабелле Юрьевне хотел брошку приглядеть для праздничного выступления. Украл, значит? Чё ж сразу украл-то? Считай, вернул. Спас из духовного плена. Они стояли между китайской картиной порнографического содержания и подделкой Куинджи. Что еще взял? Ну, так, для себя на память. Надо вернуть? Так некому. Фу на тебя. Не стыдно тебе? Стыдно. Но у меня было трудное детство. Меня воспитала улица Уолл-стрит. И уродство. Стоять! Я арестован! Зиночка! Рвем когти! Шел засранец. Ценит он тебя, Оня. Думаешь? А то, давно бы застрелил. Из Москвы приехали огромные дяди в черных пальто и стали ловить маленьких детей. Дети пошли к колодцу попить воды, а дяди, как выскочат, ловят детей и бегут к остановке в магазин. Там у них огромная черная машина. Дяди пилой с мотором, как у дяди Вити, детям разрезали живот и доставали сердце. Потом его в баночку и везут в Москву, чтобы им денег дали. А в Москве сердца отвозят в темные шумные подвалы и отдают страшным мумиям, чтобы не становились похожими на Анджелину Джоли. И вот однажды подъезжают они к остановке, достают пилы и вдруг видят, что на дороге соловей-разбойник стоит. У него бляха на ремне из золота, зубы золотые и в каждой руке по топору. «Зачем вы, — говорит соловей, — моим детишкам сердца пилите? Они мои, но я их берегу для великой битвы. Вы, жадные чупакабры, так давай их рубить с топорами». Всех изрубил и колеса на машине проколол. Больше дяди в пальто в эту деревню не ездили, соловья сердить не хотели. А где сейчас соловей? Ну как где? Анджелина Джоли ловит. Сердца хочет вернуть, чтобы по-человечески похоронить. А то без сердец человек превращается в лешего или в кикимору. Всех православных христиан, а сугубо заблудшего твоего раба Севастьяна, слаб человек в грехах своих.
Вразуми, владыка, овцу свою от стада твоего отбившуюся. Споспешествуй на путях спасения. Вот поженимся, я тебе тройню рожу, чтобы пулеметный расчет получился, как соловей-разбойник на родительском собрании советовал. Патроны кончились, рожок сменил и по телу. Только на поражение, поняли? Поняли. А если граната? Какую гранату? У нас 6 стволов и по 4 рожка на каждый. Годзиллу завалим. Ребят, я по-большому хочу. Дурак, что ли? Ну, дурак не дурак, а она выхлопит трубу ломит. Я быстро. На переднем стень каразин, а в нем жизнь сидит с княжной. Свадьбу новую оставляет. Все 6. Андрей Петрович, помянем. И того, который без штанов, тоже? Что ж, перед смертью все равны. Я вот не вижу повода ханку жрать. Ну. Да. Врать не буду, не рад. Приказано ликвидировать банду Соловьева в течение 3 суток. Он же издевается. На какой год его ловим всеми нам доступными силами? Теперь сил станет значительно больше. В ваше распоряжение поступает любое воинское подразделение. На выбор. Аж как приперло-то. Но есть одно условие. Командиры вышеупомянутых подразделений отказываются лично руководить операцией. Все-таки не война. Не война. Не хотят в песню. Сам примешь участие? А как же? Разве такое можно пропустить? Кто предъявит ультиматум? Я. А где ваш? С праздником. Да в погребе сидит. Заперла от греха подальше. Повестку ему прислали. Увольняют деда. Сносят нашу деревню. Казино будут строить, решили в Москве. Вот орденоносец и пьет в погребе. Кури из пестика пострелял после 2-го стакана.
Стыдно людям в глаза смотреть бывшему представителю власти. Клавдия Васильевна, вы не волнуйтесь, я Севастьяну Григорьевичу скажу. Я думаю, что он все уладит. Ну, не лезли бы вы. Мать Устинья смириться советует. Пожитки пакует, на Валдай собирается. Да вы что? Да я москвичкой буду, сама видела. Знакомая ваша рука, после тревог спит городок. Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами почти не знаком и далек отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Будем дружить, петь и кружить. Я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход. Покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами почти не знаком, и далек отсюда мой дом, оказалось, что снова я у дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Ответьте мне, Изабелла Юрьевна, почему вы меня не любите? Почему замуж не идете? Люблю. Вашу жизнь люблю, но... Но недостойна я вас. Я не девица. Какое это имеет значение? Для вас, может быть, никакого. Для меня решающее. Конец базару. Конец так конец. Долго по лесу плутал? 6 часов. Кто тропинку во врага минировал? Дебет. Там лось подорвался. Блин, я думал, гроза. Вчера вечером? Да. Пропал сахатый, и не потушишь. Я его в ручей скинул. Там вода ледяная. Хозяйственный ты мужик. Хохол, что ли? Не знаю. Из беспризорников. Я просто поговорить. Получено подтверждение от НСИ. Андрей Петрович есть. Что есть? Место есть. Говяжкин лужок. Рядом с Клюева. В 7 часов утра Соловей готов решить все поставленные нами вопросы.
Чем-то интересовались? Ну как же, страшные интересовались. Чем? Как скорее стереть его с лица отчизны. С нами армия и президент. Поздравляю. Готовь наградные листы. Еще успеем? Не факт. Готовь. На кого готовить, Андрей Петрович? На всех. Ну, кроме президента, конечно. Или он тоже с нами на Говяжьем лужок поехать собрался? Да вряд ли. Хорошо ему. Выступаем в три, пока доедем. Может, еще в Макдональдс заскочим по дороге. Вы серьезно? Угу. Знаешь, внук туда Ростов одел, а сам так ни одной булки и не съел. Хотя хотелось. Почему? Гордыня проклятая. Теперь что уж, фифы топорщите. За него клоуна Красноносова помирать пойдем. Да хоть напоследок узнать, что это за макнагицы эти желтенькие. Вы сегодня очень особенный. Я вас даже не узнаю. И не надо. Не понравится. Хватит болтать, майор. Под ружье всех, кто еще окончательно не обосрался. Вот и пришел наш звездный час. Так говоришь, приняли они наше место? Разумеется, приняли. У них мотострелковое подразделение, 300 душ рядового состава. Возможно, поддержка с воздуха. Народу будет как в Холанщине. Зрителей меньше. Зрителей меньше, зато реквизиту больше. Ну раз мотострелковый. Вы так просто об этом говорите. А что напрягаться? Потрут нас в сопли за 3 секунды, и все? За 2, если с воздуха. За 1. Но и с ракетой. Ну, пойдете. А как же. Не каждому такая честь выпадает. Да и потом. Колхозники стрелять не умеют, это наше дело. А тут один раз спустишь, и все. Спекся бизнес. Маша, это папа. Нет, почему случилось? Нормально все. Как ты? В институт поступила? И вас не смущает, что убьют? Ведь при ваших харизматических способностях можно было бы попробовать что-то изменить. А я не хочу ничего менять. Но почему? Скажите, пожалуйста, а вы никогда не задумывались над такой расхожей фразой «бессмысленный и беспощадный русский бунт»? А смысл такой, русский мужик, он ничем ведь не хочет. Он так, побузит, покипишует и домой. Собственно, это и есть основа всей русской государственности. А мама как? Не, звать не надо. Здесь, знаешь, связь плохая. Остров, пальмы, Ромка Кукола, в общем-то. Ладно, короче. До встречи, да? Гоняй на трассу, бахни бензовоз. Полный? Или погреметь? Полный.
И бери 95-й. Заодно и зажигалку заправим. События, произошедшие следующим утром, ярко иллюстрируют неукротимую тягу русского человека к асоциальной брутальности, лишенной какого-либо здравого смысла, но окрашенной в яркие тона эпического гротеска. Безжалостный жанр диктовал свои законы, по которым никому выжить не полагалось. Ни Соловью, ни остальным участникам финальной битвы. Прости, Господи, от всякого зла и греха. Иначе бы и припев народной песни не срифмовался. Был ли на тот момент Соловей-разбойник народным героем? Несомненно, да. Считал ли себя таковым? Несомненно, нет. И, Боже вас упаси подумать, что речь шла о жертвенной скромности. Да нет, речь вообще ни о чем не шла, кроме самого Соловья-разбойника. Но это была поэма. За вздорное создание бабы. Сказал Себастьян Григорьевич на Валдай, значит, на Валдай. Береги силы. Еще 3 болота форсировать. Прости меня, Господи, многогрешно. Да пошумим немного, иначе бы я к вам на метро приехал. Так нас много. Так и я не один. Ну вас-то как угораздило, товарищ разведчик, с бандитами связаться? Все очень просто. У меня за спиной деревня, у тебя за спиной казино. Не знаю, как ты, а я свой выбор сделал. К тому же, прожить в холостую квалификация не позволяет. А здесь мой единственный шанс реализовать полученные знания. Понятно. Последнее слово говорить будете? Буду! Господа, свободным человека можно сделать только нож! Поехали! Батальон! В атаку! Вот зараза! Ну, Сиватори!
Оружие на землю! Нет! Стойте! Взяли оружие! Примкнули штыки! Петрович, какие штыки? Лопатки у нас! Лопатки к бою! Вас 300 человек! Должно получиться! Вперед! Настолько веселых времен. При встрече с медвежьим капканом пойди объясни, что ты не медведь, но, Господи, ты знаешь меня. Все, что я хотел, все, что я хотел, все, что я хотел, я хотел убить. С весельем в подвалах могильный мрав. Ты знаешь, когда все время стреляют, наверное, что-то не так. Спасибо за этот подарок, но раньше он назывался плеть. Но, Господи, ты знаешь меня, все, что я хотел. Все, что я хотел, все, что я хотел убить. Знаешь, что мне нужно немного хотя бы увидеть весну. Я не знаю, зачем мне привесили груз, который тянет ко дну. Но я знаю, что если зажать меня в угол, едва ли я буду там впредь. Но, Господи, ты знаешь меня. Все, что я хотел, все, что я хотел, все, что я хотел, я хотел петь.
на этом, собственно, и заканчивается. Официальная версия биографии известного российского Робин Гуда «Соловья-разбойника». Но в качестве факультативного знания от себя рискну добавить. Среди местного населения на юго-восточном направлении Московской области с некоторых пор укоренилось странное суеверие. Будто в полночь, накануне Дня колхозника, на отрезке шоссе между 25 и 72 километрами можно встретить странного мотоциклиста с золотыми зубами и в обгорелом кожаном пальто. Встреча эта расценивается как добрый знак у россиян среднего достатка и как не очень добрый у зажиточного электората. Правда это или нет, судить вам. Смотрите, хорошие люди, идите скорее смотреть. Идите, смотрите, он будет, конечно, он будет свистеть. Он будет свистеть перепелкой, потом запоет соловьем, потом он окажется волком, тогда мы его и убьем. Пой, 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 соловей. Пой, 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 не жалей. Старушкой заваривать чай и говорить. Он может сходить за подушкой и 1000 рублей подарить. К нему мы заходим без стука и едим, веселимся и пьем. Когда он окажется сукой, тогда мы его и убьем. Ну, здравствуй, настоящая жизнь. Какие запахи. Сидим и сидим. Пой, 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 соловей.